Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 58. Упражнение номер 215. Состав по задачам уравнения и реши их. Какое число надо уменьшить на 28, чтобы получить число, равно сумме чисел 58 и 37? Уменьшить на 28 значит вычесть x минус 28. Сумма чисел. Это значит, мы должны два данных числа сложить. Равно 58 плюс 37. 50 плюс 30 – это получается 80. 8 плюс 7 – это 15. 80 плюс 15 – это 95. Х минус 28 равно 95. В этом уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Чтобы его узнать, нужно к разности 95 прибавить вычитаемое 28. 90 плюс 20 получается 110, и 5 плюс 8 – 13. 110 плюс 13 получается 123. Для проверки вместо х подставим 123. 123 минус 28 равно 58 плюс 37. 123 вычтем 20, получается 103. 103 вычтем 8, получается 95. То, что получается при сложении данных чисел, мы уже узнали. Также 95. 95 равно 95. Уравнение решено верно. Решаем второе уравнение. Какое число надо увеличить 8 раз, чтобы получить число, равное произведению чисел 80 и 12? Увеличить 8 раз, значит умножить на 8. Х умножить на 8. И получится произведение. Произведение – это знак умножения. 80 умножаем на 12. Сначала 12 умножим на 8. 10 на 8 – 80. 8 на 2 – 16. 80 плюс 16 – 96. И умножаем на 10 – 960. Значит, х умноженное на 8 равно 960. В этом уравнении у нас неизвестен первый множитель. Чтобы его узнать, нужно 960 разделить на 8. 96 разделим на 8. 96 – это 80 и 16. 90 разделим на 8. У нас получается… 80 поделим на 8, получается 10, и 16 на 8 – 2. 12 умножаем на 10 – 120. Х равно 120. Для проверки вместо х подставим 120. 120 умножить на 8 равно 80 умножить на 12. 100 на 8 – 800, 20 на 8 – 160. 800 плюс 160 получается 960. За скобками, за знаком «равно» мы уже решали, также получается 960. 960 равно 960. Уравнение решено верно. Решим третье уравнение. Какое число надо уменьшить 28 раз, чтобы получить число, равное разности чисел 300 и 203? Уменьшить 28 раз, разделить на 28. Разность чисел – это вычитание 300 минус 203. Вычитаем 300 минус 203. 300 минус 200 получается 100. И 100 минус 3 – 97. Х деленное на 28 равно 97. У нас неизвестно делимое. Чтобы его узнать, нужно частное 97 умножить на делитель 28. При умножении 97 на 28 у нас получается 2716. Для проверки вместо х подставим 2716. У нас получается 2716 разделить на 28 равно 300 минус 203. Когда мы поделим 2716 на 28, у нас получится 97. 300 минус 203 мы уже вычитали, получилось тоже 97. 97 равно 97. Уравнение решено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.